Проблему нехватки медицинских кадров в регионе решают при помощи федеральной программы «Земский доктор». О новых специалистов, прибывших в Нарьян-Мар, и о реализации мероприятий проекта в Ненецком округе расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. Игорь Паромов в медицине уже более 10 лет. Новый медик, оперирующий травматолог. Приехал к нам из Архангельска несколько месяцев назад. Трудностей при переезде как таковых не было, ведь жилье предоставили. Я через знакомых докторов сюда мне сказали, что требуется вакансия травматолога, и я решил поехать. Ну и программа «Земский доктор», соответственно, стимуляционные выплаты. Утро Игоря Паромова начинается в больнице с проведения операций. Затем плановый прием пациентов, число которых достигает порядка 30 в день. По словам врача, он часто сталкивается в своей практике с пациентами, которые неудачно упали на улице или покатались на снегоходе. Необходимого оборудования, утверждает доктор, в Ненецкой окружной больнице более чем достаточно, как для диагностирования, так и для лечения пациентов. Все необходимое есть. В больнице даже достаточно много. Есть необходимые пластины, расходные материалы. Так что, в принципе, хорошо. Еще один новый специалист – Яна Сауткина. Мы уже рассказывали об этой девушке в предыдущих выпусках. А материал снимали в полевых условиях из-за отсутствия у терапевтов свободного времени. В свой первый день работы в окружной поликлинике девушка выполнила 27 вызовов на дом. И это не считая амбулаторных пациентов с коронавирусом. Яна приехала в Нарьян-Мар в конце января вместе с мужем, который тоже врач. Он хирург, она терапевт. У меня почти вся родня врачи и медики. У мужа тоже все медики. Поэтому выбора не было, только медицину. Проблема недостатка медицинских работников в окружных учреждениях здравоохранения, в том числе в поселениях, решается при помощи федеральной программы «Земский доктор». Из федеральных средств на «Земского доктора» выделяется 1 миллион при трудоустройстве в Нарьян-Маре и 2 миллиона в сельских населенных пунктах. Но на территории Ненецкого округа действует еще и региональная программа «Земский доктор». Поэтому из средств окружного бюджета приглашенный специалист получает еще дополнительно 500 тысяч или 1 миллион соответственно. В прошлом году у нас по этой программе приехало 11 специалистов, но учитывая, что мы земского доктора, который федерально подкрепляем, еще и региональной выплатой, то есть как вот пока еще интерес у приезжих докторов сохраняется. В прошлом году у нас приехало 6 человек в Ненецкую окружную больницу, 5 человек в центральную районную поликлинику. По договору приглашенный специалист должен отработать 5 лет, иначе полученную выплату придется вернуть. Благодаря программе «На крайний север» готовы приезжать специалисты из более благоприятных регионов страны. В этом году по федеральному проекту «Земский доктор» в Ненецкий округ планируется пригласить 7 врачей. Бюджет средств на реализацию этой программы составляет 12,5 миллионов рублей. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Антон Водряков, телеканал «Север».